такой у нас сегодня спотик в тенечке. Не на солнце, как прошлый кусок. Но я уже тут рисовал. Кстати, с этого рисунка 19-й год я начал свою видеокарьеру, так скажем. Ну как с этого? Пробовал в 16-17 году снимать свои покрасы на зеркалку еще тогда. Вот, снял, наверное, видео 3 и, ну, закончил на этом. И вот в 19-м году именно вот с этого рисунка, кстати, Lord of Writer, начал свою видеокарьеру и до сих пор ее продолжаю. Вот такая вот небольшая история этого места. Сегодня здесь покрасим. Ой, как хорошо, что в тенечке спот у нас. Это вот мои проделки бывшие. Так. Ну что, начнем накидывать. Вот, кстати, спрашивали по поводу точечной разметки. Здесь на самом деле ничего заумного нету. Я так делаю для того, чтобы было бы проще переместить размеры рисунка на стенку. Поэтому я беру, допустим, верхнюю точку. Это у нас будет верхняя точка, вот эта самая. Потом возьмем вот эту точку. Вот. Это вот эта точка. Вот эта точка будет вот. Вот эта точка будет вот. И вот эта точка будет вот. Не то чтобы давно хотел тут сделать, а скорее сейчас небольшой кризис со спотами. Если честно, ну не то чтобы не знаю уже где рисовать, но рисовать-то всегда есть где. В принципе, можно и самого себя всегда перекрывать, но я все-таки люблю очень так тщательно выбирать спот. Потому что граффити как... Ну, очень сильно граффити играет вместе со спотом, я считаю. И всегда тщательно подхожу к этому вопросу. Именно спота. И, естественно, когда я выбираю спот, я преследую те или иные цели. В основном это, конечно, райтинг. Такие какие-то душевные места мне очень нравятся. Спокойные, тихие, если еще... Это будет спокойное, тихое место, плюс ко всему еще и красивое. Ну, я очень люблю. Мне очень нравится такое. Вот. Поэтому сейчас небольшой переживаю кризис со спотами. Буду уделять на это время, искать. И радовать вас хорошими стенками. Не только вас, и себя в том числе. Кириши очень славится... Ну, это город Киши градообразующий, так скажем. И здесь всю жизнь было очень много всяких производств. И очень много сейчас именно заброшек этих всяких производств, которые раньше были.
очень такой промышленный город, где, в принципе, полно мест всяких разных. Но мне кажется, большую часть я уже нашел и на них порисовал. Ну, вот как-то люблю я разнообразие в этом плане. Ну, не люблю рисовать на одних и тех же местах. Мне нравится, когда все разное. Есть выбор. Вот. Это дело времени. Я потрачу на это время, поищу местечки. Хорошие, красивые. Под райтинг. Чтобы красиво, спокойно порисовать. Такой вот зеленый у нас будет сегодня цвет. Очень мне понравился, как-то вот недавно я рисовал, первый раз брал этот колер. Кстати, с колерами уже тоже начинается проблема. Все виды колеров уже перепробовал. И в магазине-то не такой большой-то, конечно, и выбор их. Хотя есть буклетик, где они показывают, у них вообще все оттенки есть цветов. Но, естественно, на полках стоит не все. Поэтому все колера я уже, которые можно было, только перепробовал. Как-то все подходит к какому-то такому. Уже все испробовал, то испробовал, все испробовал. Пора банками заливать кусок, что ли? Какой красивый цвет.
что обстановка накаляется, как будто, блядь. Смотрите на это. Как в фильме ужасов, ёпта. Короче, Анфин. Начался дождь, да и что-то стрёмно, блядь, в поле, нахуй. В грозу. Такой хорошенький дождик пролило. Конкретно прям так. Аж на 10 градусов температура упала. Стеночка практически не намокла. Благо, есть козырёчек такой. Ну, вот места вот там, там и вот здесь только намокло. А так, вроде более-менее. Ну что, начнем доделывать.